предлагаю вкуснейший и полезный салат из свеклы. Добавив 2 ингредиента, салат приобретает новый вкус. Попробуйте свеклу в новом вкусе. Свеклу я варю быстро, 15 минут в микроволновке, затем накрываю ее пледом, и остывает она под пледом. Варится быстро, потом она доходит, и остаются в ней все витамины, и она становится мягкой. Далее очищаю от кожицы и натираю на крупной терке. Измельчаю 2 вареных яйца. Половинку репчатого лука. И 3 маринованных огурчика. Заправляю самодельным майонезом, и салат готов. Очень вкусный. Можно есть слабосоленой рыбой и ржаным хлебом. Приятного аппетита, здоровья и добра!